Привет, друзья, и продолжаем смотреть второй сезон The Mask Singer, второй эпизод. Давайте послушаем новый трек, который я обещал еще в первом своем видео за сегодня. Я не знаю, трек называется по-тайски, я не знаю перевод, к сожалению, но это новая маска и костюм чем-то похож на петуха, собственно, холландский. Окей. Давайте послушаем, мне очень интересно, и опять же говорю, куча комментариев просто со всего мира. Я вчера даже увидел русского, знаете, когда шла трансляция, да, прямой эфир, я даже просто супер, да, название супер увидел на русском в чате. Вот реально кто-то из России смотрит это, и мы тоже это смотрим, погнали смотреть. Да, странно прозвучало, погнали смотреть и смотрим мы, окей. Она более такая веселая, да, получается? Вау! Она, кстати, тоже кучу просто эмоций вызвала. Вы посмотрите просто на это. Это петух. Ау! Серьезно? Сейчас бы потрясти, да? Причем очень необычная форма. Кул! Он, знаете, напоминает маску, да, из первого сезона. Двух масок. Тоже, видимо, композиция, да, оригинальная. Она, походу, тайская или японская. Эти штуки классные. Мне штаны нравятся. Штаны классные. О, там, кстати, следующая... Там стоит следующая участница, я видел, вот она стоит сзади него. Тоже, кстати, новая маска, и это девушка. Вау. Знаете, не знаю, просто мое мнение, да, образ не совпадает с, немного с композицией, которую он исполняет. Мне кажется, просто не подходит. Но, опять же, звучит классно. Да, кстати, напишите, пожалуйста, кто следит вообще за событиями вот это шоу. Я, может, один такой и... счастливчик. Это мега странно. Это просто мега странно это смотреть. Черт возьми, это петух. Петух, серьезно. Кстати, сверху вообще правдоподобно смотрится. Костюм очень классный. Вау. Еще ремень. У него грудь еще? У него грудь, ему еще грудь сделали. Оу. Это, походу, основное движение. Чисто хвостом трясет. Символично. А ему нормально на стане. Ой, я 5 поставил. Я серьезно, я бы поставил максимальную оценку. Вот что, вот, пусть идет дальше, я поставлю ему оценку, хватит, все. Окей. Людей, конечно, просто тьма. Людей просто весь зал. Знаете, такое мини-евровидение для масок. Тут мне нравится очень. Наверное, он поет о суровых буднях, да, петуха. Я не знаю перевод, я просто предполагаю. Там даже кто-то встал из жюри. Кому-то понравилось, видимо. Не знаю, я говорю, я... Что знакомо сейчас слышалось? Я поставил просто средний балл. Серьезно, средний балл. Ни много, ни мало. Вот опять у него грудь. Грудь, у него грудь большая.
Класс. В конце нужно потрясти. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий, ведь это второй сезон The Mask Singer. Если здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям, ведь это несложно. До следующего видео, пока!